Итак, я только что нагулялась по всем вот этим гостиницам, по таким шикарным. Вот там впереди Peabody, называется высоченная гостиница, 31 этаж. Я поднималась на 31 этаж и сделала видео, вот сюда смотрела, на эту сторону, и сделала видео с 31 этажа. Вот это вот красивейший, этот наш Орландовский конвеншн центр, где происходят всякие показы. Показы яхт, показы машин, автомобилей, то бишь. Завтра здесь будет, завтра тут состоится какое-то шоу, какие-то компьютерные технологии, какое-то интернетовское что-то, я так и не разобралась. В общем, там несколько букв обозначено, ну, не важно, чтобы не соврала. Я обошла вот ту всю гостиницу, я обошла весь этот конвеншн-центр. Я обошла лобби вот этой вот гостиницы Hilton. Тут тоже масса этих балрумов. Вот эти громадные помещения, где состоятся показы, либо сборища какие-то, их называют здесь... Так сказала сборища. Их называют здесь балрумами. Я не знаю, почему бал. Бал для меня... У меня как бы ассоциация балрум, это значит танцевать. Ну, конечно, какие танцы. Короче говоря, они там просто в этих балрумах встречаются, и что-то там они себе делают. Выставки всякие разные. Между собой там переговариваются, там какие-то встречи, митинги и все это прочее. Есть комнатки маленькие, есть помещения просто огроменные. Я там тоже сделала видео про это огроменное одно помещение. Просто я зашла в футбольное поле внутри. Все выстелено коврами, так все красиво, люстры и все это прочее. Ну, в общем, красотища, конечно. Вот этот вот наш знаменитый Орландовский конвеншн центр, который соединяется вот такими вот мостами со всеми вот этими вот гостиницами. Вот этот мост соединяет с Хилтоном, и с другой стороны мост соединяет этот конвеншн-центр с Peabody гостиницей. И вот эта Peabody гостиница, там тоже свои конвеншн-центры. Вот гостиница 31 этаж, и вот по бокам два таких больших крыла, и там вот эти тоже громадные балрумы. Я не знаю, что там происходит, кто их арендует, сколько за это платят. Наверное, какие-то бешеные деньги. Значит, вот этот вот завтрашнее шоу, которое состоится здесь, оно будет здесь 3 дня. Завтрашнее шоу. Опять какие-то компьютерные технологии, что-то с интернетом. Наверное, опять же приеду, я все-таки попытаюсь, я знаю, всех эти бейджики висят, то есть для того, чтобы попасть на это шоу, надо просто повесить на себя этот бейджик. Вот. Я не знаю, как у меня получится ли, может, это не совсем правильно, но что делать? Деваться-то некуда, пойти-то хочется, $2000, извините, выложить за 3 дня, как бы можно, с другой стороны, смысл, если можно все это сделать бесплатно. В общем, завтра я попытаюсь попасть сюда и показать это шоу. Там, конечно, я сегодня зашла туда, пока женщина там отвлеклась, та, которая следит за дверями. Пока там она отвлеклась, я быстренько проскочила внутрь, посмотрела. Там, конечно, что-то совершенно невероятное. Там такие сцены, там такое, что там какая-то подсветка вешеная. То есть там пока еще не выставили этот софтвер, ничего там пока нет, но... Так, ну вот я зашла внутрь этого конвеншн-центра. Я только что пошла в этот Хилтон, посидела у бассейна, в барчике выпила бокальчик пивка. Ой, так хорошо вообще. Так похорошела, так поспокойнела. Так стало легко и приятно. И вот там масса народа, который регистрируется. Регистрируется, чтобы попасть вот на завтрашний... Что-то у них тут получается и выставка какая-то. И у них какая-то учеба происходит. Там везде стоит кофе, везде стоят маленькие какие-то перекусить, чтобы не умереть с голоду. Ну, в общем,
будет, там вот тоже видно столы и все это прочее. Ладно, я отсюда ухожу, потому что мне пора домой, потому что уже почти 3 часа дня. Вот такое дерево здесь выросло из труб. Такое красивое дерево. Хорошая задумочка. Ладно, ухожу я. Пойду искать свою машинку. Спуститься на элеваторе. В смысле, на подъемник таким. Нет, ножки пока молоденькие, здоровые. Я уже пойду сама. Вот так вот я сама себе гуляю, сама себе наслаждаюсь жизнью. А что делать? Ладно. Вот он, Хилтон, громадный. Сколько же там это? Надо было подняться на последний этаж, посмотреть. И вот цветет сейчас по всему Орландо цветут, наверное, по всей Флориде цветут. Время цвести пальма. Palm tree. То же самое, пальма, palm tree. Цветут пальмы, конечно, всеми цветами радуги. И такие интересные там у них, у каждой пальмы свой цвет, и у каждой пальмы свои эти бубочки растут. Весна. Понятное дело, весна. И вот этот громадный, этот центр, вот эти выставочные залы. Вон они туда простираются, в этом крыле. Hi. Hello. Hello. Вот так вот. Все, пошла искать свою машину. До свидания. Всем до свидания. Завтра буду здесь однозначно, 100%. И я туда попаду и сделаю там втихушечку, сделаю видео. Хорошо, у меня есть вот этот телефончик. Ой, не телефончик, хорошо, у меня есть этот маленький аппаратик, я купила. Он как телефончик, он снимается вот так вот. То есть я могу выдержать, как будто я по телефону разговариваю. На самом деле я могу не говорить по телефону, естественно, а держать его, как бы, и ходить вот так вот снимать. То есть там, где снимать нельзя, я буду делать вид, что это не фотоаппарат, как будто это телефон, как будто я с кем-то разговариваю. Все, он русский. Russian spy. Все, до свидания. Где-то там моя машинка стоит. Вот это еще раз покажу, эту громадину. Это просто бешеную громадину. Этот монстр. Хилтон, тут все это. Хай. Так что все. До свидания, до свидания, до свидания. До свидания.